помощью онлайн-сервиса жители Одинцовского округа смогут узнать, когда включат отопление в каждом доме. Уточнить дату подачи тепла можно будет онлайн. Как рассказал глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов, соответствующая функция появится на интерактивной карте до конца недели. Выбрав адрес, можно будет дополнительно подписаться на уведомления по e-mail или через Telegram. Сервис позволит найти телефоны управляющих компаний каждого дома, а также оставить сообщение о предоставлении некачественных коммунальных услуг.